Всем привет, дорогие зрители! С вами канал «Недвижимость в Турции» Paradise Alanya. В Тосмоле нашел трехкомнатную квартиру недалеко от моря, 200 метров максимум, с отдельной кухней, 2 плюс 1. Так, под ключ. Сто квадратных метров жилая площадь. Покажу сразу. Балкон просторный. Рядом есть вся инфраструктура для жизни. Проект был сдан в 2005 году. Пекарня, рестораны, маркет с левой стороны. БИМ. Вот такой вид с балкона. Так. Здесь у нас такая вот большая прихожая. С правой стороны отдельная кухня. Так. Отдельная кухня, не маленькая. Бытовая техника. Холодильник СЭК, стиральная машинка СЭК, посудомойка БЭКа, остальное КУМТО. Также выход на балкон. Так. И в этой стороне у нас спальня. Это у нас первый санузел, просторный. Так. Это дополнительная спальня для детская. Вон там немножко видно море, видите, да, машины едут. Один санузел, пардон. В квартире один санузел. Так, вот хозяйская спальня. Просторная, как минимум 18-20 квадратных метров тут. И еще один балкон. Шума нет, покажу. Вот такой вид с балкона. Отсюда где-то 250 метров находится, протекает речка Дим. Так, сейчас покажу я вам инфраструктуру. Есть бассейн. Так, теперь расскажу цену, потом спущусь вниз. Но досмотрите ролик до конца. Цена этой квартиры 80 тысяч евро, айдар 150 лир. Все, дорогие зрители, я спускаюсь вниз. На этаже у нас 4 квартиры, 2 с этой, 2 с этой стороны. Такой вот лифт. Значит, вот такая площадка. Бассейн у нас на верхней стороне. Парковка для велосипедов. И вот такой бассейн. Все, дорогие зрители, всем пока-пока.